Звуки баяна заслуженного артиста России Юрия Шишкина, как выстрелы между напевами струнных и ритмом ударных. Вторую симфонию в программе «Осенний ноктюрн» он играет на одном дыхании. От плавных и тихих до громыхающих и резких звучаний. Суть в том, как развивается голос инструмента. Он развивается в соответствии с душой исполнителя, с его мышлением. Поэтому важно всегда стараться музыкантом, выходить за рамки баяна. Этот концерт написан специально для Юрия Шишкина 17 лет назад ростовским композитором Анатолием Кусяковым. Номер, премьера которого в 96-м году стала сенсацией, открывает всероссийский конкурс имени великого донского автора. Я знаком с ним с первого дня его пребывания в Ростове, потому что мы вместе учились. Я был старше, он был немножко моложе. То есть с первого курса. Я знаю практически все его сочинения. На одной сцене преподаватели и воспитанники музыкальных училищ со всей страны. Ценители баяна и аккордеона уже 18 раз собираются на ростовской сцене. Инструмент вышел из народной музыки. Так когда-то скрипки ведь были в Италии, в Венгрии. Народные скрипачи они были и остались. Но на основе этих народных скрипачей появилась высокопрофессиональная и скрипичная музыка европейская. Нечто примерно по такому же сценарию движется сейчас баян. Исконно любимые в нашем отечестве инструменты, баян и аккордеон, да, они каким-то образом двигают нашу культуру и искусство музыкальное вперед. Ростов уже много лет по праву считается столицей аккордеонистов и баянистов. Ежегодно здесь проходят конкурсы различных масштабов. А в 2016 году Ростов примет участников Всероссийского Кубка мира по баяну. И он будет в Ростове. Не в Москве, а в Санкт-Петербурге, он будет проходить в Ростове. Победителей жюри назовет уже завтра. Лучшие из лучших продолжит музыкальный поединок на конкурсе «Трофей мира 2013» в Самаре. Валентина Назаренко, Андрей Коробко. Новости «Главное».